Видим, вы знаете, я здесь не живу, не работаю. Я захожу там, где готов заходить. В соседнем зале сейчас у нас проходит следующая встреча с общественными организациями. Я готов через любой выход выйти. И не нужно говорить, что Кличко кого-то боится. Или через какие используют какие-то черные выходы или входы. Я вхожу всегда через двери. И не прыгаю, и не выбегаю через окна или через какие-то другие. Поэтому ваши все какие-то обвинения в том, что используют. И не знаю, где у них здесь парадный вход, где не является главный или не главный. А вот вы в этой гостинице? Что? В этой гостинице живете? Нет. Все вопросы?